По подозрению в получении взятки был задержан директор филиала зарубежной компании. Взяли с поличным руководителя фирмы, гражданина Китайской Народной Республики, на днях. По словам полицейских, посредником в передаче взятки являлся инспектор отдела кадров ТУО «Ордостройинвест ЛТД», который дал взятку директору государственного учреждения Территориальный департамент Комитета государственного энергетического надзора и контроля по Карагандинской области. По отношению данного факта было возбуждено уголовное дело. 11 октября ему предъявили обвинение и была избрана мера пресечения в виде ареста. Возбудили уголовное дело и по отношению инспектора отдела кадров ТУО «Ордостройинвест» гражданина Ж. На сегодняшний день уголовное дело расследуется. Иная информация в интересах следствия не разоглашается. Рамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.